наше предприятие на выставке «Международный военно-морской салон 2021» представило свою продукцию. Это втулки рабочего цилиндра для различных двигателей, а также наше новое направление – это дельные вещи для судостроения, такие как кнехты, клюза, вьюшки. На сегодняшний момент мы изготавливаем самостоятельно под надзором регистра иллюминаторы. В ближайшее время планируем запустить изготовление судовых дверей. Это наши дополнительные компетенции, которые мы у себя развиваем. Несмотря на ограниченный формат, да, в котором в этом году проводится салон, проведено большое количество встреч с нашими действующими заказчиками, с потенциальными заказчиками, с нашими партнерами. И достаточно высоко можно оценить с точки зрения пользы для нашего предприятия. В конце августа будет проходить в Москве, в Кубинке, ежегодная выставка «Армия-2021». Мы всех наших заказчиков, партнеров приглашаем посетить наш стенд, наметить перспективы и обсудить текущее состояние дел.